2 июня. Вылезаем на реку. Фу, на озеро. Возможно, на Котечное. Вот мы прибыли на Котечное. Тут произошли маленькие изменения. Домик упал. Сгнил. Сгнил столик. Вот малая Котечная. Пиндюриму следующего пока живые нах. Сразу же его. Да. Опа, и там таскать живцов начали. Живцов старых. Ну, как минимум, надо все равно поменять. Ну, тебе не будет мешать твоя удочка? Давай мне удочку. Удочка в ряд. Ну, она просто уже на дне лежит. Ну нет, все равно. Тут вроде. Да небольшая. А, на крючке же. Ломать. Ну, сматывай жерлицу, или достанешь. Когда сломал? Когда сломаешь, хуже это самое. Я не катишься. Решили сесть на дороге. Потому что там домик сломали, как-то разжарка. Вот. Дядька Андрюха, у нас рыбины поймал. Да. Вова тоже приложился в ручищу к этому мухомору. Ловили на удочку, называется. Ну вот последней осенью кто приезжал, загадили весь уголок, за собой ничего не убирают. Кто-нибудь знает свой мусор? Вот обои стыдно. Больше нет, все. Таких было только две. У тебя и у Майкла Джексона. Вот мы с Костей гребем по Котечному. Перенаживляем живцов. Вода теплая. Спина у Кости красная. Щука прекрасная. Прямо рифма будет. Да, когда камеру включут. Конечно.
тебе подсогдать? Нет, или ты будешь заводить? Нет, тебе подсогдать. Опять ничего нету. Опять от нас бежала. Последняя холовода. Вот так вот. GoPro стоп идет. Мелиоратор тоже нет. Сегодня 3 число. Велено говорить, называть числа. Ну, а я как жертва тоталитаризма и административно-командной системы выполняю все распоряжения. Вова мелиоратор лужи разгоняет. Ну такой себе мелиоратор потом. Это цветы от нас с женам. О, уже можно веники резать в баню свежие. И так идите. Снимаем жерлицы скотечного. Пока снимаем, а дальше будет видно. Может быть, еще куда-нибудь нас занесет. А вон там птица летает. Байрактар местный. Да, да, его когда-нибудь собьют. Ладно. Оп, пришли. Мы продолжаем на котечном снимать рогатки. Пока что ничего нет. Красота, птички поют. Ветерочек дует, солнышко светит. Весла скрипят. И за кадром слышно, как скрипят суставы у Константина. Где-то Костяна.